Так, вы в той же одежде, да? Да. Что и были. Да. Сколько времени прошло? Месяц. Так, что у нас изменилось, что не изменилось? У меня проблема самая большая. Вот это болит, болит мышцы. Последнее, как я сделала, еще нарисовал страх на 3. Да что? Что? Это мышцы суставы. Как называется? Страх он три. Да, есть. А, я не раз слышал. Я, мне показалось, страх. Мне тоже не нравится это слово. Не раз слышал, трахи там были. В общем, ну, мне кажется, мне надо работать с крестом. Поработаем. Мы хорошо умеем делать крестцы. Значит, вот это, как бы, регулярно болит. Она не болит мне на 10 баллов. Так, 2-3 балла. Да, до плеча, ну и шея. Вам уже стало все легче, правильно? Да. Хорошо. А траву душицу пьем? Конечно. Нерегулярно, но пьем. А что написано на вот это, что как переводится? Нормально. Матерного нет, я всегда проверяю. А, матерного нету. Хоть где-то нет матерного. Нет боли, меня беспокоит. Разница, ну, это на процентов на 15, может быть. Ну, хорошая, сейчас мы крестец это будем. Вам тяжело стоять на двух ногах, стоять на одну. Естественно, потому что вот так нормально. Да. Вот так, причем если вот в таком положении, нормально. Начинает выпрямляться, у меня начинает вот тут и вот тут. 1988 год у вас выпуск, это 35 лет прошло. И вы ходите 35 лет в одной. Я их шила, да? Не 35. А вы сами шили? Сами? Короче, раздевайтесь. Так, да, короче, раздевайтесь. Видите, доктор немножко деградирует. У меня мозг испаряется. Поэтому я тут это подтраиваю чуток. Не раздевайтесь полностью, что это такое. Мы что задели, мороз сегодня решил. Мороз и солнце, день чудесный. Вот в чем дело. Что у нас много полотенцев? А что, вы 3 полотенца взяли? 2. А это чего? Это забыли, наверное, слушай. А, это тех милых людей. Принесла нам пациентка всякие вкусности. Так, если бы у нас крестик делать, мы больше ничего не делаем. У нас как раз повезло нам. У нас доктор. У меня есть это. Да не надо. Он видит насквозь это. Он у нас доктор медицинских наук. Сейчас он сделает там. Снимайте эту вещь разукрашенную. Это не вы делали, я заметил. Да, ложитесь голова. Животик, не животик. Угу. Крестец выставим женщине? У меня вот эта сторона практически намного меньше. Да. И нога очень похудела, это было в июле месяце сильно. Так, сейчас тише, ртом вдох-выдох. Еще. Откуда вы приехали в Великий Ростов-на-Дону? Скажи, это мне на дыхание. Сейчас с Ростова-на-Дону. А, с Великого Ростова в Великий Ростов. Да. Ну, как интересно. О! Вот нам звонит человек. Никто им не отвечает, потому что администратора нет на рабочем месте. А, да, тогда ладно, не показывай это. Да, у него все. У травматолога были? Да. И что он сказал? Он сказал, разница нога еще есть, где-то уже у него была на... А он что-то делает или просто говорит? Просто говорит. А, понятно. Я тоже хочу так принимать. Так пришел человек, я тут на стульчике. Та вас то, все, до свидания. А то легче так, правильно? Так, тихо. Вы что там, заговор против меня делали? Точно. А, видишь? Чайный. А. Заговор делали против меня, видите? Хотят меня это... Артем, глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох.
Ртом, вдох, выдох. Все, все. Вдох, выдох. Еще. Легкий вдох, выдох. Еще. Все нормально? Да. Терпимо или нет? Да. Надо проявить маленькую капельку терпения для будущего блага. Благо России. Сейчас я разгружу, подготовлю. Лапка, чё? Здравствуйте, лапка. Она с вами здоровается, видели? Поднимается, опускается, поднимается. Здравствуйте, лапка. Вот, это наказание. Это маленькая лапка. Так, крестец. А когда? Ну, мы уже все разгрузили. Пациентка сказала, что будет рада, если мы поставим крестец. Она сказала, будет до безумия рада. Я Я постараюсь по пальцам убить. Ой, больно. Идет, идет. Слушай, попите чуть-чуть. Угу. Еще чуть-чуть. Поправлю сейчас. Садится. Задано здесь у вас. Да, я чувствую. Да. Я уже забыла на человека. Потерпите завтра, не сильно прямо забыли. Даже тут, вот, вот он, вышел прямо сюда. Это вы жили, нам вот это болело, но вообще не отступало. Ходила только на это, и я так вот наискосок. Сергей, привет. Все. Немножко будет гематома, чуть-чуть будет, потому что по-другому никак. Я что-то тут такое чешется. У меня не хватает психики отвечать. Как начнет тут мусолить не по теме, пусть администратор. Она любит это. Великолепно. Ты рад? Да, мне больно упасть. Тяжело. Кого, Сергея? Да. И Александра? Христа. Специалистов Христа. Там все равно.
вы сказали, за один раз тут не сделаешь, это ну, там да, 40% не будет сейчас делать за один раз. А вас видите, сколько это так изменилось? Все равно у них задра было чуть-чуть. Сюда. Он должен туда провалить. Сегодня второй раз. Что-то у меня рука чешется сильно левая. Деньгам. Что-то она прям по локоть чешется. Много. Большие, конечно. Вроде сокращаем графики. У нас Алла Сергеевна красивая, заметим? Да, Алла Сергеевна. Спасибо. У нас это украшение организации. Ну, хамка. Не отвечает. Хочешь ответить? Я тоже нет. Боже, мы заняты с тобой. Уже другой слышишь. Только другой не может. Что поделать? Так, мы, наверное, дергать не будем, как ты считаешь, или будем? Коп-шарку на второй день? Нет. Вот это, да? Угу. Да, это получает левая. На правый бок. Надо это по щеке так. Оно быстро. А вот можно вопрос вам задать? Кстати, вот так вот вы лежите, где-то пришли на прием, вам вот так вот. А ну переворачивайте. Как бы вы отреагировали? Нормально. Она быстро на бок. Вопрос к вам можно? Конечно. Сколько раз вы отнимались на крещение? Ой, три. Честно. Три. Нет, я три захода туда делал. Четыре. На спину. Там просто не с первого раза у нас видео получилось. Нет, я до работы, там время очень мало оставалось. Нужно было сразу успеть. И там, и на работу. Не, я же мы с 9 работаем. Не было времени. Еще вопрос? Опять трах. По трахохондриту. Это у нас есть Алла Николаевна. Она подойдет, проконсультирует вас. Она точно знает. Слова она говорит, которые мы не знаем. Конечно. У нее комната красная. Опять видишь? Это тебя манит, чтобы ты отвечала. Ты не хочешь. А, да? Вот. Как удивительно. Конечно. О, на. О. А вы на крещение купались? Вот это что-то сделала самую паузу. Бессовестная. Там можно было потихоньку спуститься. Нашла отмазку, понятно? А я знаю, я купалась. Кто хочет? Это наведено. Да, мы сейчас... Вы там же, да, купались? Где я? Да. Я вообще на гремучку всегда ездил. Но я, блин, хотел... Я думал, там вот прудик, в пруду покупаться. А он вообще не глубокий. Я хотел поплыть и утонуть, вот что хотел. Прям до работы. А там не глубоко. Какую дергать? Вот эту, да? Вот это болит. Вот это болит. Ну, мы сделаем ход конем, другую дернем, чтобы другая болела.
Расслабить, не держаться, думаем про сурхач. А что делать? Все, все. Расскажи, что такое трах. Да ладно. Что ж вам рассказать-то об этом? Это не мне, пациентки. Мне не показывают. А в чем загвоздка, в чем проблема? В чем проблема? Мышца при трах. Нога вообще похудела вот это. До сих пор мышцы. Есть у вас кинезиологи? Да, вот он. Снимает. Она кинезиолог. Я уже была 5 раз. Вам понравилось ей среднее? Ну, как сказать, за такую... Понравилось. Очень. Правильно, она вам сейчас устроит. Что вы там называли это слово? Нет, ну так мне вот это вот слово, и все проблема, я так и не поняла. Это не для детей смотрят, понимаете? А тут про трах... Трит, да. Трит, все, что кончится на ид, это воспаление. Расслабить легче. О! Не идет. Mm-mm. Ну и что? Ну и пусть. Присаживайтесь. На лапки скидываем. Так, голова не кружится? Как у этих, знаете, у хвостики у собачек. Как они называются? Не, у пекинеса другое. Я у каких-то собачьих хвостики такие видел. Пушистенькие. Так, потерпите, пожалуйста, и расслабьте тут все. Из Великого Ростова... из Великого Ростова Великий Ростов. Приехала пациентка к нам. Ой, Орджоникидзе, это бррр, там у вас криминал творится. Второй поселок Орджоникидзе, там же алмаз рядом, понятно? Был. Крутите шейки по большому кругу. В одну, потом в другую. Там никакого без проблем, просто вот этот мышцы чё. Вы сказали, что, крестец выставим, вы и так будете счастливы? Да. А ну-ка, вставайте на проверку. Идите вперед к алмазу. К алмазу, рынок алмаз. Ко мне лицом. Стоять, лапки шире. Тянитесь за хитрых половиков. Покажите мощь. Еще колено. Слушай, ну мы сейчас сделали вам его. Если запринят, мы его хирурги отрежут. Так, хватит. 10 раз приседаний, поехали. 10 раз. И слушаем колени и крестец. Видите, как становится лучше? А я это делаю утром, вечером. Я говорю, ничего не отваливается. Видите, как хорошо? Никакие суставчики, ничего. Так, хватит. Теперь проверьте крестец, колени и что-то еще. Походите, покрутитесь, повертитесь. Поставили? Поставили. 98% точно. 98? Да. Я думал, 98,5. Ну ладно. 98,5, может, 99. 98,5, а не 99. Никакого упражнения нет, что говорит? Есть. Записываться на прием в Центр народной медицины по адресу Крепостной 29. Ростов-на-Дону. Не знаю, мы это все выучили. А, выучили, да. Ну, это... Необычно. Да. Привыкнуть? Можно только мне полено придет. Ну, видите, вы когда представите, видите там, какие звуки происходят непонятные? Как будто в этот, попали в ад, там бездна происходит. Что такое? Да, слышите, там происходит, это духи. Вот, поэтому... Слушайте, вот мы хотели крестить, теперь мы хотим знать этого духов. Но мы это не занимаемся очисткой. Вы присаживайтесь, да. Да. Куда мы духов денем?
Они там поселились уже. Гнезда у них там. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Дай Бог вам.